Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудель. Наша весна продолжает хандрить, правда, касается это температуры. У нас по-прежнему сдержано тепло, но хоть дожди на какое-то время берут тайм-аут. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 6 будет облачно с прояснениями, ночью около нуля возможен слабый дождь. В центральных районах и на юге днем плюс 5-7, тоже облачно с прояснениями. В ночные часы от минус 1 до плюс 1 и тоже ждем небольшой дождь. Послезавтра дождя уже в расписании нет, столбик термометра поднимется до плюс 8, а вот в понедельник дождь возвращается. Слабый дождь ждем в понедельник, повторю. Воздух прогреется до плюс 6. Ну, у нас хоть и весна, пусть даже капризная, а вот в западную Украину вернулась настоящая лютая зима. Карпаты занесло снегом, там намело сугробов в несколько десятков сантиметров. При этом температура опустилась до минус 10. Ну и сопровождало все это снежное безобразие, сопровождал ветер. Порывы достигали 20 метров в секунду. В общем, такое сомнительное удовольствие. Здорово, что весна до нас все-таки не доехала. О погоде это все. Удачи вам. Увидимся.